Сейчас расскажу, как создавать новости. Возьмем произвольную новость, которая случилась недавно, а также понравилась лично вам. Важно, новость должна быть свежей. Для примера, напишу о том, что чемпион по го, кореец Ли Сидоль, решил уйти из спорта. После этого находим желательно 2-3 независимых источника. Главное в новостях. Критично относиться к любой информации и перепроверять ее. Иначе после публикации придется писать опровержение. После сбора информации переходим к созданию статьи. Не забываем, в Wikiproject запрещено полностью копировать источник. Материал излагается своими словами. Открываем заглавную страницу русских Wikinovostey. Добавить новость можно здесь, здесь и в следующей форме. Сперва придумаем ей цепкий, броский заголовок. Для удобства автоматически проставлены необходимые оформительные шаблоны. В первой строчке редактируется показывает, что вы взялись за работу над статьей. Дата проставляется автоматически. Следом за этим заполняем шаблон «Тему». Темы — это теги, которые наиболее общие относятся к содержанию. Выбираем иллюстрацию к статье. К этому пункту стоит отнестись внимательно. В соцсетях и на главной странице она привлекает читателей. Помимо этого, она украшает сухой текст. Их можно взять с Wikisклада. Убираем комментарии. Переходим к написанию текста. Структурно должны выделяться три части: лид, подробности и бэкграунд. Лид — это что, когда и где произошло. Подробности — это дополнительные события о случившемся. Бэкграунд — это пояснение о субъекте заметки. Краткая история фактов, если статья сюжетная. Для оформления цитат используется шаблон цитата. Ваш текст должен быть нейтральным. Пишите от лица независимого наблюдателя, свободного взглядов и убеждений. Еще раз. Полностью копировать текст из источника нельзя. Переписываем своими словами. Дальше оформляем источники. Заполняем графу URL. Это адрес источника на новостном сайте. Название, как она там называется. Автор, если указан. Издатель, это название издания. Дата, это когда опубликована новость на ресурсе. Затем переходим к категориям. Это множество связанных тегов с написанной заметкой. Проходим по тексту и выявляем их. По пути викифицируем словосочетание, то есть связываем со статьей в Wikiproject'е.
не забываем нажимать на верификатор текста, в который входит нормирование кавычек и удаление лишних пробелов. Когда ищем категории, то, возможно, столкнемся с тем, что на эту тему уже были новости. Информацию оттуда стоит добавить в бэкграунд. Связываем с помощью специального шаблона. Новость написана. Перед созданием нажмите на кнопку «Предварительный просмотр». Надо выставить статью на рецензирование. Для этого меняем шаблон «Редактировать» на «Рецензировать». Нажимаем на кнопку «Создать страницу» и ждем, когда редактор ее опубликует.